немножко неудобно было, удлинителя не нашли, но открыли так ручкой. Просто ее переставлять приходилось. Понятно. Нам, правда, пришлось немного усилий приложить, когда мы корабельную крышку открывали. Вдвоем с Сергеем изо всех сил тянули. Ну вот это открытие люка как раз в ПРК. Еще света там нет. Кто-то должен же первым включить свет. Ну вот, пошли включать. Много мы ходили по этому изделию, когда оно было еще на земле, и в КИСе, и на заводе, и на полигоне. И вот впервые мы сюда влетели, когда уже все по-настоящему. The hatch was opened at 10:2140 Universal Time. Our first crew went on board the station, and the command was given to the crew, now make the ship come alive. Это исторические слова, шеф. Да, то есть как бы обязательно заработала для длительной экспедиции. Но это уже следующий люк. Это ПРК РО, да? Да, ПРК РО. Открываем давление. Выравниваем давление. Сейчас открываем клапан. Сколько еще у вас телевидения будет? Так, у нас осталось 3 минуты. 3 минуты. Ну, нормально. Все. Пошла помеха от вас сильная. Сейчас мы чуть-чуть на другое место перемотаем чуть. Так, ну хорошо, ребят, значит, дальше, я так понимаю, народ здесь разойдется в ЦУПе, можно будет поработать. У вас основные дела, это вот, конечно, законсервировать транспортный, ну и там кое-какую расконсервацию станции провести. Ну, там и делаем это, да. Да. Корабль начал, я уже начал консервировать корабль. Да. Так, ребят, вам разрешается переход на объединенное питание? Ага. Приняли. По борт-документации сделайте это. Все понял. Перейду. Сейчас картинка очень хорошего качества. Hello, chat. Hello. Go ahead, step here. You look great. Sir, we do have one request. What's that request? The first expedition on space station requests permission to take the radio call sign Alpha. Temporarily take it as Alpha. Go ahead. Have a good day. You've been pushing real hard. I want to tell you, your wife is very, very excited. We'll say a big hello to her, and you and Sergey do the same to their families. Shep, I want to say to you and your crew that this is an unbelievable experience. You were involved from the very beginning of the redesign, and it's just so emotional to me. I'm so proud of what the three of you have done and everyone here on the ground that has worked with you to bring us to this moment. Let's look upon this as the real opening of the international space frontier, not just for a country, but for Russia, America, Europe, Japan, Canada, and all that to follow. We hope that there are a lot of people behind us to keep the space station going and go other places as we can. We're just starting a long journey.